27 августа на пульт единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Нефтекамск поступило сообщение о том, что горит баня по адресу улица Северная, 47. К месту вызова были направлены караул 37-й пожарной части. Прибыв на место, пожарные обнаружили охваченную огнем деревянную баню. Также огонь успел перекинуться на соседние постройки – хозблок и гараж. В непосредственной близости находился и деревянный двор. К счастью, пожар удалось быстро потушить. В результате никто не пострадал. Причину пожара, как и сумму материального ущерба, еще предстоит выяснить.